Если кратко, конечно, игра не совсем получилась, скажем так. Но я думаю, что причина тому уже как бы праздничное настроение, которое царит вот уже там несколько туров. Немножко, конечно, расслабились там на подсознательном уровне, скажем, обеспечили себе задолго до конца чемпионата чемпионство, поэтому немножко, наверное, концентрация не такая высокая, как это было обычно в таких серьезных матчах. Поэтому отсюда и такая нервная как бы игра, хотя по 20 очков все равно в итоге как бы получилось, поэтому... Что до сезона, насколько задоволены с этим сезоном? Ну, выполнили как бы... По самому качеству игры были разные игры, были хорошие, были плохие, это понятно, но в целом задача на сезон была поставлена выиграть кубок, выиграть чемпионат. В глобальном мы выполнили все как бы намеченные цели, задачи, поэтому положительные только эмоции от сезона. Мы выполнили поставленные задачи, мы выиграли Кубок Украины, выиграли чемпионат Украины, и это меня радует. Но, конечно же, как любой тренер нормальный, он видит недостатки команды, он видит, над чем нужно работать. И, конечно, мне бы как тренеру хотелось бы что-то поправить, что-то изменить, чтобы мы играли лучше, уверенней, не было провалов. К сожалению, мы проиграли одну игру. До сих пор себе не могу этого простить, но так случилось. Меня надзвичайно порадовала сегодняшняя игра. Не стільки як гра, скільки команда харківська. Дуже молода команда, 21-22 роки, 20 років хлопцям. І дуже змістовний, гарний баскетбол. І мене це радує, бо є суперники в майбутньому. І це приємно, це означає, що баскетбол розвивається і з кожним роком клас команд, він зростає. Причому зростає за рахунок українських гравців. Це дуже радує. Що стосується наступного сезону, то я мав низку зустрічей з президентом Федерації баскетболу Волковим. Вчора був у Києві теж, окрім спілкування в Кабінеті міністрів по мерських справах, ще трошки присвятив часу баскетболу. 1 червня відбудеться засідання Суперліги. Всі документи необхідні нашим клубам подані, і в мене є надія, що наступний сезон ми будемо грати в Суперлізі. Я не думаю, що 1 червня це рішення буде прийнято, це буде попередній розгляд, і в кінці червня відбудеться остаточне рішення щодо участі команд у Суперлізі на наступний сезон. Я дуже хотів би і впевнений в тому, що мавпи будуть грати в Суперлізі.